В понедельник, 19 июня, Владислав Кузнецов подал пакет документов в избирательную комиссию округа с целью выдвижения своей кандидатуры на выборы губернатора Чукотского автономного округа. Ранее в Анадыре прошла региональная конференция «Единой России», на которой единороссы Чукотки выдвинули Владислава Кузнецова кандидатом в губернаторы. Документы приняли и зарегистрировали. Другие политические партии пока не выдвинули своих кандидатов и не предоставили документы в избирком. Крайний срок подачи документов – 30 июня, а официальная регистрация кандидатов состоится 26 июля. Выборы на Чукотке пройдут в три дня – 8, 9 и 10 сентября соответственно. Постановление Думы Чукотки о назначении дня выборов было опубликовано 9 июня. Помимо выборов губернатора Чукотки, в округе пройдут выборы глав муниципалитетов и районных советов депутатов в Билибинском муниципальном районе и городском округе Эгвикинот. Кроме того, совет депутатов выберут в городском округе Певек, а в Анадырском районе состоятся выборы главы поселка Угольные Копи.